Всем привет, ребят. Ну что, сегодня утро началось у нас после вчерашнего апдейта весело. Практически он показал множество всего, что добавили в нове. Обнова сегодня будет у нас на английском сервере. Загляну, или на русском сервере будет сегодня, или скорее всего завтра, пятницу. Магазин скидок, жесткие типы, ничего не скажешь. 120 кристаллов продают, уже 5 этих продают. Жестко, жестко русский сервер поднимается. 2014, что-то я вчера не видел этот магазин скидок. Так, временные акции, очень понятно. Фигня фигней. Такс, идем на английский сервер. Ну, не написано ничего про апдейт. Может, либо не проснулись, либо действительно он будет завтра. Будет как раньше, сначала будет английский сервер. В любом случае, сегодня 16 на 4 часа 300 гемов дадут. Вот так вот. Через 2 часика. Так, тут у нас, видите, дешевле. Там 20, здесь 15. Понятно, что разница в донате. Продают огненку. Давайте посмотрим, что еще есть. 300 книг, карты смены. Коробочки. Кристаллики. Ну, неплохие такие. Вот посмотрите, 2000, ребят, 2000, а не 120. Разницу чувствуете, да? 2000. Еще и замедление продают. Вот так вот. Так, окей. Что еще у нас есть? Shopping Spree. У нас видос это я так просто зашел вам показать, что есть на английском сервере, так как у меня вчера не было возможности. Был занят обновой. Пилил вам видосы. Вот роза, пожалуйста. Все дела. Так, я не могу забрать, потому что у меня перелимит. Окей, забрал я там паки, забрал пак, там землеройка была. За покупку. Такс. Огник. Такой пак скинул. Ну, короче, куча всего. Ладно. Сегодня все равно должны сюда завести. Думаю, новые завезут. Новые таланты, эмблемы. Ну, талант, честно скажу, я выбил на китайке и пока никому не поставил, потому что в раздумьях. А вот чарка реально топовая. Для PvP вообще обалденная. Просто пушка. Так, заюзали мы. Нам надо будет очень много ЗП-шек сегодня. Ну, самая основная цель видео. Как вы поняли, судя с написания, не ЗП-шки, а подготовка к обнове. В чем прикол? Я уже показывал, кто не видел, еще раз покажу и расскажу сейчас. В обнове ограничивают внесение кагашек в гильдию 10 тысяч. Для прокачки там многих зданий, юнитов, я не знаю, что дальше там будет добавляться. Думаю, что будет что-то добавляться. Надо очень много кагашек. И вам надо будет очень много кагашек. У меня, конечно, здесь их уже валом, но опять же, их много не бывает. Так, что у нас тут? Красные кристаллы. Перелимит ушли. С лабиринтом мы пробегали 10 этажей. Кстати, надо в лабиринт будет побегать. Очень неплохо. Бегать туда уже стало удобно.
В общем, где там наш... Где ты, китайка? Вот она. Обнова интересная. Некоторым героям я уже даже прокачал 13-е скиллы. Вчера перед сном позаливал. Видите, здесь у нас еще плюхи раздавали там. Бесплатные видос тоже увидите. Вот. 10 тысяч. Вот 10 из 10 я уже использовал. Поэтому это реально надо делать. Потому что если вы хотите потом покупать в гильдейском магазине плюхи. Ну, а я имею в виду донатом. Там, в основном это донаты. Без донатов столько вливать однозначно не будут. Им надо качать героев. Вот у меня 4020 накопилось. Эти сердечки копятся за счет прокачки стражей. Вот стражи. И вы их здесь прокачиваете. Вот у нас уже 4 левела. Повносили мы с гильдийцы. У вас там идет с кулдауном все. Ну, видите, мы изначально качаем. Вот его. Левушку вы можете качать за самики 29 минут. Как левел, так и скилл. Но скилл, как видите, качать приходится очень долго, поэтому лучше левел. Вот. Добавляется ему экспо, мне соответственно 3-4. Вот видите, вверху есть попытки, количество попыток, это откат ваш идет. То есть это обязательно надо не пропускать. Вот практически мы сейчас ему сделаем 5 левел. И вот так вот каждый герой будет качаться постепенно. Либо скилл, либо этот. Они потом участвуют в прохождении. Запускается волна, вот у нас уже 8 идет. Ну, соответственно, потом, я так понял, открывается в магазине вот эти вот плюхи. В зависимости от того, сколько вы там пройдете. Ну и как видите, здесь кигашки, я так посчитал, чтобы скупить весь магазин, в среднем в сутки надо будет 10 тысяч. То есть тысяч на 10, ну не 10, там 6, по-моему. Мы берем даже 10, если что-то добавится, потом 10 дней это 100, 100 дней это лям. То есть 3 ляма как минимум вам на год надо будет. То есть вот так вот. Плюс еще некоторые используют. Поэтому да, и кагашки некуда девать. Можно посмотреть, как проходятся волны. Вот у нас уже 8 пройдена здесь. На прокачку я не знаю сколько надо, но об этом тоже, думаю, засниму видосик, расскажу. В общем, такие вот дела. Не дешевое это занятие, скажем так, вот эта прокачка всего. Ну, у нас, видите, первая левела. Может, дальше нельзя качать. Но я думаю, в дальнейшем это все сделают и точно так же, как эти, прокачивать надо будет эти здания. Пока только вот так вот все. Вот, поэтому побежали сюда. Обратно. Ну, по сути, кагашки здесь нафиг не нужны. Итого мы имеем 262. Вот эти надо продать. Вроде пока ничего такого качать нам не надо будет. Ну, они в любом случае копятся очень быстро. 377 миллионов.
Вот так вот. Поехали. Какое там у нас место? Второе. Ну, видите, тут многие уже понажертвовали. Это по силе. Первое по кредитам 132. Ну, топовые гильдии. Их уже так просто не догонишь. Так. По 50. И... Так, раз, два, три. Это 35, а вот это... 350, ребятушки, вот такой мы делаем взносик. Я надеюсь, я вам потом засниму прокачку. Пишите лайки, говорю, пишите лайки, ставьте лайки и посмотрим, стоило ли это того или нет, трата 350 миллионов на гильдию. Бум. Тык. Сразу так сейчас. Копия не дала, наверное, потратить такую сумму. Не дала, ребятушки. Не понял. Ну а что? Я хочу потратить. Не дает, прикиньте. Давайте меньше сумму попробуем. Давайте попробуем по 100. Короче, не продумано. Вот по 100 дает донатить. 350 не дало. 100 не дало. Короче, 100 лямов. Это понял, это. Так, итого у меня осталось всего каких-то 600 ККГшек, ребятушки. Бомжуем, бомжуем. Ну, у меня тут как бы запасы есть, да, и набить ККГшки это... Не проблема, девать их все равно некуда, а так хоть, возможно, нам они пригодятся в дальнейшем. Такс. Куда там мы попали хоть куда-то или нет? По кредитам. 418. Ну, по идее, должны... топ-10 попасть, если никто там опять же не закинет опять. Вот так вот. Есть там у меня чего еще получить. Кляшки. Ну а сколько мне их там надо? В сути они. Скины попродаем. Если вдруг прижмет. Где там? Вот тут, по-моему, дают. Не в этих, а вот этих. Да, по 30. Короче, слили кагашки под ноль. Вообще печалька. Качать нового героя, короче, нечего. Ну, мы достанем, это понятно. В общем, вот так вот. Пишите комменты, что вы думаете по поводу этого нововведения. Как обычно, лайки. Всем удачи, всем пока.